Под Челябинском сгорел самый крупный приют для животных. В момент ЧП в клетках находилось почти 300 собак. Известно, пожар начался с бытовки. Там без присмотра находились щенки, и они перевернули обогреватель. Поскольку помещение и клетки утеплены соломой, все мгновенно вспыхнуло. Волонтеры и свидетели стали спасать собак. Несколько животных получили ожоги. Одна собака погибла. На место ЧП незамедлительно прибыли пожарные. За несколько часов им удалось справиться с пламенем и все потушить. Смотрите, чтобы не выбежали никто за ворота, а теперь смотрите. Они не выбегут. Самое главное, в этом киоске были электросчетчики, то есть мы остались без света. Без света и без воды, потому что благодаря электроэнергии подавалась вода, насосом подавалась вода. Сейчас волонтеры и добровольцы уже занялись восстановлением приюта. Зоозащитники просят помощи у неравнодушных. Ведь в огне сгорела еда и клетки. И теперь, чтобы животные не погибли от голода, нужно около 200 килограммов корма в день. Также необходимы теплые вещи и будки. Иначе собаки могут замерзнуть. В приюте будут благодарны любой помощи.